Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алия, и здесь мы готовим без белого сахара, без глютена, без молока и без яиц. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Там очень много всего интересного и полезного. Сегодня у меня для вас будет еще одна вариация ореховых шариков. Обязательно приготовьте и напишите в комментариях, понравился ли вам рецепт. Еще хочу напомнить, что с 4 декабря стартует мой курс по ПП-батончикам и конфетам. Будем учиться делать всеми любимые конфеты, такие как Сникерс, Баунти, Рафаэлло и многое другое, только в их полезной версии. Подробнее о курсе можете почитать в описании к этому видео. К орехам добавляем кокосовую стружку. Перемалываем. Далее добавляем сухофрукты, ореховую пасту, какао-порошок. Еще раз хорошо перемешиваем. Должна получиться масса, из которой легко лепить. Лепим шарики. Каждый можно обвалять в какао-порошке. Конфетки готовы. Приятно.